Вместо проверки документов – приятные сюрпризы. Сегодня, накануне 8 марта, представители ГИБДД дарят автоледи и их прекрасным пассажиркам цветы. Настоящую охоту на милых дам объявили сотрудники госавтоинспекции. Взмах жезла, девушки послушно съезжают на обочину и протягивают документы. Мужчины в форме смущенно улыбаются и поздравляют представительниц прекрасного пола. Это что такое? Чего вы меня пугаете? А вы не бойтесь. Да я еще не успела напугаться, ну, просто когда столько народу. Остановили, хотели поздравить. Поздравьте меня. 8 марта. Желаем вам всего самого наилучшего. Спасибо. Без происшествий, без аварийной езды. Всего самого наилучшего. Спасибо большое. Целовать нужно ГИБДД? Спасибо вам большое. Счастья вам, здоровья. Спасибо. Конечно, всегда приятно получать цветы. А от ГИБДД особенно? Да, от всех. О, спасибо. А нас там много. А мы видим. Ехали бабушки за подарком. Вон у нас еще одна дама сзади сидит. Маленькая. Честно говоря, ожидали. Уже традиционная акция в Владивостоке такая. Поздравляю девушек, очень приятно. Поэтому мы ехали и ждали. Инспекторы ГИБДД желают девушкам не только женского счастья и крепкого здоровья, но и безопасных дорог, без аварийной езды. Конечно, напоминают и про соблюдение правил дорожного движения. Ну, акция проводится каждый год. В преддверии праздника весны, 8 марта, мы останавливаем автоледи, девушек за рулем, поздравить их с наступающим праздником 8 марта. Поднять настроение у людей для, как общее, поднять доверие к сотрудникам. Предприниматели Владивостока также не остались в стороне. «Роза ДВ Инт», клиника «Мечников Плюс», Приморский сафари-парк, торговый дом «Иста» и компания «Славда» решили поздравить горожанок, вручив сертификаты и подарки. Мы проводим традиционную акцию «Весенний патруль», организованную радио «Лемма» при поддержке ГИБДД города Владивостока. Дарим автолюбительницам Владивостока цветы и подарки от партнеров и спонсоров акции. Получаем от них замечательные эмоции и дарим не менее замечательные эмоции им. Понимаем то, что цветы девушкам дарить надо не только на 8 марта и в преддверии этого замечательного праздника, но и каждый день. Так что любите своих девушек и поздравляйте их каждый день. Несколько сотен роз разлетелось за считанные часы. Акция началась с центральной площади города и продолжилась в районе остановки Некрасовская. Поздравляли горожанок и в других районах города. Подобные акции проходят не только во Владивостоке, но и по всей стране. Только названия у них разные. Традиция поздравлять автоледи полюбилась и инспекторам, и участницам. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.